Так вот, как же быть с этой командной инфекцией? Апостол Иоанн говорит, «Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает». Он не будет черепахой, которая уходит от конфликта, он не будет мишкой, добрым и милым. Он даже не попытается что-то обсуждать с Диатрефом, потому что с ним бесполезно что-то обсуждать. Он всегда прав, по крайней мере, так считает. Иоанн даже не проявит хитрость, он будет акулой. Он будет обличать и говорить о том, что происходит на самом деле. Он выведет всю эту ситуацию на чистую воду. И в Священном Писании есть стих, который говорит нам о том, как это делать. Мне этот стих иногда приходилось использовать, хотя этот серьезный стих, это серьезная ситуация, но это увещевание из Слова Божия, как раз для ситуаций, подобных ситуаций с диатрефом. Как поступать, когда в теле Христовом Волк. Это не то, что в Матфея 18 глава. Матфея 18 глава — это ситуация между двумя христианами. Один христианин обижает другого, грешит против другого. Им нужно помочь а, разобраться. Они сначала говорят вместе, потом при свидетелях, а потом при старейшинах или при свитерах церкви. И, наконец, если ничего не получается, если конфликт не решается, тогда его нужно принести перед всей церковью. И что решила вся церковь, то и будет последним финальным решением. Но это конфликт между двумя христианами. А здесь совершенно другое. Сейчас мы с вами обращаемся к стиху который Павел написал, обращаясь к Титу, когда речь шла о волке, о таком диатрефе. Послание к Титу, 3 глава, 10 стих. «Еретика, или можно переводить «раскольника», после первого и второго вразумления отвращайся». Это очень важный стих. Он мне во многих ситуациях помогал, потому что я начинал понимать, как поступать с волками, как поступать с такими диатрефами. И здесь этот человек, о котором говорится, называется Еретиком. Да, в некоторых версиях это слово переводится как еретик по-гречески, так и было, еретик. Но еретик по-гречески ⁇ это человек, который выбирает свой собственный путь, человек, который отвергает наставление всех остальных и говорит, что только я прав, никто другой. Еретическим может быть не только учение, но и действие. И вот волк ⁇ это и есть еретик, тот, кто искажает истину, тот, кто разделяет стадо Божие для того, чтобы шли только за ним. Как поступать с таким человеком? В священном писании мы узнаем, что каждый человек имеет право на два предупреждения, даже диатреф. Так что лидеры церкви, руководители церкви, должны сесть с ним, или Иоанн, может быть, это сделает, как апостол, сядет вместе с Диатрефом и попытается показать Диатрефу, что он делает, что он распространяет сплетни, что он отвергает людей, что он не принимает даже апостолов Господа нашего Иисуса Христа. Он разделяет стадо. И Иоанн дает ему возможность покаяться. Если он не кается, то Иоанн говорит, «Если ты будешь так дальше себя вести, я тебя предупрежу еще раз. Если ты все равно будешь продолжать себя вести так же, вот тогда мы удалим тебя из церкви. Тогда мы отвратимся от тебя, отвернемся от тебя». Вот о чем этот стих, вот о чем он нам говорит. Каждый имеет право на предупреждение, каждый из нас имеет право на второе предупреждение, но нельзя позволять волку а, рвать и поедать овец. Нужно отвращаться, отделяться от этого волка, нужно отстраняться от него. Можно это сделать по-разному. Человека можно вывести из служения, вывести из членов церкви до того момента, когда Господь даст ему покаяние. Но самый сложный случай, когда такой волк пастор или пресвитер церкви, или очень уважаемый человек в церкви, очень сложно бывает решать такие ситуации, но ради здоровья всего тела после первого и второго предупреждения от такого человека нужно отворачиваться, работать с ним дальше нельзя. Среди моих сотрудников был человек, который был существенно старше меня. И я понимаю, почему ему было нелегко меня уважать, особенно с самого начала, потому что у меня не было опыта по сравнению с ним. Но пришла ситуация, когда он сказал на встрече, на собрании, совершенно недопустимую вещь. Я не знал, что делать. Я постарался его аккуратно, бережно предупредить. Я сказал, что если он еще раз так поступит, я его снова буду предупреждать. Если в третий раз так поступит, то я подам заявление и попрошу убрать его из сотрудников нашей команды, членов нашей команды. Послание к Титу, 3 глава 10 стих, дают мне все основания так поступать. У меня есть инструмент. Так что здесь есть еще и хорошая новость, на самом деле. Дело в том, что со временем я понял, что этот человек не был волком, он не пытался разделить наше служение, он даже не искажал истину, он просто честно высказывал то, что считал, то, что думал то, как видел эту самую истину. И было здорово увидеть, что он изменился. И действительно он пытался начать больше меня уважать и поддерживать меня. И мы продолжали с ним вместе работать еще шесть лет. И я думаю, что, конечно, он э, сомневался в моей эффективности в служении. Но при этом он показал, что он не волк. Скорее он, ну такой лев, львиная природа. Он смелый, он говорит правду, как ее видит. Он не боится высказывать свое мнение. Он не пасует, но при этом он не волк. Он просто лев. Меня, как вы знаете, зовут Ричард. Вы помните, конечно, кто такой Ричард Львиное сердце. Я не знаю, может быть, и я, Лев, кто знает. Мы все, наверное, немножко. Не знаю, как, какое-нибудь животное, да? Но когда я говорю о командной болезни, командной инфекции, я хочу вас предупредить вот о чем. Иногда люди начинают видеть волка под каждым кустом. Но нет там волков. Зачастую бывают другие животные. Нужно сначала разобраться, какие. Чтобы разобраться, можно сделать первое предупреждение и посмотреть, как человек отреагирует. И дальше идем тем путем, который дает Священное Писание. Помолимся. Отче, благодарим тебя за то, что ты дал нам нашу команду. И благодарим Тебя за то, что Ты помогаешь нам понять все эти ситуации по аналогии с различными животными. И, Боже, я молю Тебя, научи нас и помоги нам лучше понимать друг друга. Отче, молим Тебя, сделай так, чтобы и любовь, которая есть у нас, покрывала множество грехов в отношениях с другими людьми. Дай нам возможность прощать то, что нам, может быть, не нравится. Спасибо тебе, Отче, за то, что есть ясные пути решения. Даже серьезных проблем, таких как инфекция команды. Спасибо тебе, Отче, за то, что ты с нами, за то, что Христос наш пастырь, за то, что Дух Святой Утешитель наш. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.